Длительные объятия и слезы. Так прощаются дети с волонтерами из лагеря «Наукоград». За 21 день они настолько привыкли друг к другу, что радостными эти минуты расставания назвать сложно. Из Наукограда, который находится в Клинском районе, вернулись 20 детей, отдохнувших там в первую смену. Всего в этот лагерь администрация Одинцовского округа закупила 150 путевок для ребят в возрасте от 7 до 15 лет. В основном из многодетных семей, отличившихся в различных конкурсах и на олимпиадах, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там было кино, там были всякие мастер-классы. Занимались мы там разными делами, мы делали всякие подделки, было очень интересно. Отдохнувшим в лагере подарили футболки, на которых их новые друзья оставили пожелания на долгую память о времени, проведенном вместе. Нам давали всем футболки, и мы просили у всех автографы и росписи. Спортивное и научно-техническое направление занятий. Именно за это, по наблюдениям волонтеров, отдыхающие любят лагерь «Наукоград». Лагерь просто замечательный, дети все просто солнышки, питание. Очень удивило, что очень вкусно, даже вкуснее, чем в школах. Всем детям нравится. Проблем никаких с детьми никогда не было. Все всегда быстро собираются. В общем, очень хорошие детки, очень хороший лагерь, веселая программа. Родители встречали детей отдохнувшими и довольными. Возможность провести летнее время с пользой им предоставила администрация Одинцовского городского округа. Огромнейшее спасибо. Дети довольны? Да, сыновья очень довольны. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».